Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор игры Фиксики Дом Мечты. Напоминаю, что сейчас проходит пока месяц тестирования игры, поэтому она доступна только в Украине. С 20 июня будет доступно тестирование для всех стран в мире, поэтому кто хочет поиграть в эту игру, заходите на наш канал 20 июня и будет доступно игра для скачивания. Ссылочку я укажу в этом видео. В общем, смотрите и все узнаете. Ну а пока у нас по плану очередные уровни. Давайте посмотрим, что у нас сегодня по расписанию. Ага, смотрите, у нас сегодня симка по расписанию. Если мы пройдем все уровни, то есть с 51 по 60, да? То мы заработаем симку. Потом горку такую прикольную, там в виде сыра, там кусочка и так далее. А корабль, скорее всего, бутылочки или просто корабль на подставке. Ну, еще много всего интересного. Оставайтесь с нами и посмотрим. Так, 51 уровень. Замороженные две карты. Так, сейчас мы их будем чесночком размораживать, да? Чесночок, голень, гамбургер. Ага. Перчик. Сыр, тортик, шарик, ничего себе, гамбургер, так, гамбургер, гамбургер и торт, вот он, да, перчик, по-моему, здесь был, точно, опять перчик, значок у нас в начале, сыр где-то в углу здесь попахивал, а шарик, нет, это гамбургер, вот шарик. Так, все меньше ходов остается. Опять чесночок. Гамбургер. Осталось 3 энергии. Я думаю, вложусь. Да, голень была в начале. Перчик. И все отлично. Уровень пройден, не скажу, что прям с легкостью. Ух ты, смотрите. Нам добавили 2 бриллианта или 2 кристалла. Раньше таких призов не было. Раньше только монетки нам насыпали. Надеюсь, еще много интересного разработчики нам покажут. Так, колбаска, апельсин, перчик, колбаска. Уже 4 замороженных карты было, да? Сыр. О, одну разморозили еще. Перчик. Шарики. Опять перчик. Ой. Вот он, перчик. И последняя карта у нас разморожена. Гамбургер, шарик, сыр. Что ж я начал путаться. Так. Я, блин, теряюсь. Вот он, сыр. Ладно, шарик, гамбургер. Колбаса. И шарик. Как ни крути, все равно потратил кучу энергии. Но каждый уровень нас приближает к симке. Откроем уже ее, потом пойдем в гости кого-нибудь чинить. Так, у нас очередная порция книг. Давайте, наверное, все-таки я куплю себе какой-то шкаф. Очень хотелось мне это делать. Потому что иначе мне книги ставить просто некуда. По-моему, это окно еще можно поставить, да? А, вот, хороший для книг шкаф. Их туда помещается аж 5 слоев, скажем так. Блин, я думал, туда можно будет ставить книги. А шкаф уже занят. Ничего себе. Это нежданчик, как говорится. О, там фаер сразу. В разведку полетел. Так, текает туда. А то еще завалишься. А, интересно. А можно эти книги поставить на книжный этот шкаф? Или нет? А, нет. Кстати, было бы неплохо, чтобы на вот эти все поверхности можно было складывать книги. Потому что, ну вот, по-настоящему, если там журналы, книги, газеты, их можно положить практически везде. Вот сюда на полку можно, на тумбочки разные можно, там, ну, буквально их везде. Поэтому почему на подоконник их можно ложить, а на другие предметы нельзя. Так
что попрошу разработчиков добавить такую возможность. Ладно, это все хорошо, но нам нужно идти дальше. 53 уровень. Здесь у нас 3 подуровня. Надеюсь, мы их пройдем с первого раза. Ключик. Снова ключик. Вот так везет, да? Колбаска, апельсин, сыр, шарик. Опять шарик. Голень. Ох ты, у нас украла эта жучка энергию. Апельсин. Вот он где-то здесь был. А, сыр, сыр. Вот. Колбаса, бомба. Голень. Так, стоп. Вот колбаса. Вот голень. Разобрались. А, понятно. Все, справились. Так, а здесь аж 7 энергии. А почему так много? Так, колбаска, апельсин. Ух ты. Похоже, что карта приклеилась. Теперь ты можешь открывать только по одной карте, пока не найдешь пару. Обалдеть, вот это вот подстава. Я подумаю, почему так много энергии? Вот оно что. Колбаса. О, повезло. Повезло, что мало карт, потому что было бы их много, все-таки пришлось бы туго. Так, апельсин. Ключ. Апельсин. Косточка. То есть здесь приклеенной карты у нас не было. А для чего здесь столько энергии, тогда я не пойму. То есть энергии было реально очень много. Так, у нас очередная картина с горой и луной. Давайте уже из них делать какие-то надписи. А, ну я думаю, скоро так и придется делать, да? Так. Fire там, как всегда, уборкой занят. Скоро вам в помощь Симка приедет. Так, ладно. У нас наконец-то будет какой-то крутой приз. Это кораблик. Давайте посмотрим на него. Он стоит аж 45 кристаллов, если его покупать. Но мы его постараемся выиграть. Надеюсь, получится. Я уже буду думать, куда его ставить. Мне это сейчас будет мешать проходить этот уровень. Так, чеснок, апельсин, колбаса, голень. Колбаса. Апельсин. Перчик. Голень. Косточка. Так, сырок. Ага. Чеснок. Сырок. Слушайте, у меня осталась одна энергия, я даже не заметил. Я так сосредоточился на прохождении этого уровня, что даже не смотрел на энергию. А вот мне просто повезло. Итак, давайте глянем, что это у нас за зверь такой появился. И куда его можно ставить. Да, вот видите, тоже нельзя пока ставить на вот эти все ровные поверхности. Хотя вот на подоконник можно. Сверху. Никак нельзя, ага. А мне интересно, как его сверху можно поставить на окно. Ладно. А если окно попробовать опустить? Интересно, что будет? Давайте попробуем опустить окно. Вот так вот. Поставится на него сверху что-то или нет? Не, не ставится, видите? Ладно. У нас здесь, в принципе, места хватает. Давайте так. В принципе, не мешало бы и окно на место вернуть. А то как-то не очень получается хорошо. Все окна на разном уровне. Где-то вот так. Ну что же, у нас осталось 3 уровня до Симки. Давайте не будем терять времени, она нас, наверное, уже заждалась. У нас здесь очень много замороженных карт и всего 6 энергии. А как это? Так, косточка, бомба. Бомба. Косточка. Косточка, бомба. Так, косточка. Косточка, бомба.
Косточка. Бомба. Получается, видите, здесь всего лишь два варианта карточек, поэтому столько мало энергии. То есть, если нигде не заглубить, то можно и пройти, да? А, и косточка. Видите, она, одна энергия осталась, все-таки я прошел этот уровень. То есть, с одной стороны, он, в общем-то, и не сложно, но с другой стороны, пришлось попотеть. И смотрите, у меня уже почти 10 тысяч монеток. А, ну у меня же уже было 10 тысяч, я же купил этот шкаф. Как оказалось, зря. Так, 7 энергии. Сыр, шарик, обычная косточка, сыр. Кирпич. Ох ты, помощник. Давно кирпичей не было и помощников. А что это? Он приклеился. Но я что-то знаю, что косточка у нас лежала здесь, поэтому повезло, да? Так, сыр, шарик. По-моему, здесь шарик был, да? Капусточка, колбаска. То есть этот уровень, в принципе, прошли довольно-таки легко. Опять книги, слушайте. Когда же их читать? У меня же времени нету на чтение. Ладно. А интересно, их можно стопка на стопку ставить? Кстати, хочу проверить. Допустим, вот так. Беру еще такую же стопку. Не, а, нельзя. Было бы тоже неплохо, если можно было их так вот в ряд выстраивать. Все знают, что можно положить там 10, 20, 30 книг, и они будут держаться. А если еще возле стенки, то вообще... Ну, конечно, может быть, я просто сильно умничаю, и в игре этого быть не должно, но... Раз это симулятор как бы дома, нашей комнаты, то можно было в ней добавлять и добавлять разные интересные опции. А для детей, тем более, что дети любят всякие там конструкторы, любят беспорядки в доме, поэтому можно и все такое делать. Так, ну что ж, здравствуй, Симка. Осталось тебя освободить. Наверное, она там за каким-то из замков сидит, да? Итак, косточка. Ой-ой-ой, я не успеваю ничего запоминать. Голень. Колбаска. Косточка, шарик. Косточка. Колбаска. Ой-ой-ой, не то. То есть 5 энергии еще в запасе, так что все хорошо. Привет, Симка, как ты там без нас? Дождалась, да? Давайте посмотрим на нее. И чем она сразу займется? Эй, Симка, а! Смотрите, они с Вертой лежат, балдеют на подоконниках, да? Ну, поздоровайтесь хотя бы. Не видели сколько. Хотите на горке покататься, да? Для начала нужно поработать пойти. Он Файер уже ждет. Когда же мы пойдем в гости? Пойдем. Открываем дверь. И к кому мы сегодня идем? А мы идем к Саше. Он 26 уровня. Но зато у нас уже 3 помощника. Так, давайте там, пускай кто-то пылесосит. Файер. Так, плоскогубцами кто-то работает со стены. Симка он этот вытягивает. Гость. Эрта начала здесь вот пыль убирать. Файер, давай иди. Вытяни. А как раз освободилась, вытянет еще один. А, Эрта освободилась тоже. А для Симки работы не оказалось, да? Нет, оказалось, что у нас уже 6. А, это просто... Верта зависла, да? А я думал, что добавили больше этих всяких возможностей для починки. О, и тут тоже бриллиантик. Он, правда, всего лишь один. Ну а что же делать? Так, у нас пока реклама недоступна. Она будет доступна или когда уже будет тестирование общее, наверное, или, возможно, когда уже вообще игра выйдет. А хотелось бы поскорее увидеть, какие бонусы будут за рекламу, потому что во многих играх и разработчики за счет рекламы живут, скажем так, и приятные игровые моменты за рекламу тоже можно получать. Так, ну что ж, первый блин с Симкой у нас не комом, нормально там поубирались, я думаю, Саша доволен. А нам осталось пройти 3 уровня и заработать горку. Горка такая красивая, надеюсь, она будет большая.
Хотя, в принципе, наши фиксики маленькие, поэтому и горка, наверное, будет тоже маленькая. Все логично. У нас 7 энергии и очень много карт. Надеюсь, будут помощники, потому что без них никуда. О, вот, ничего себе. Я был прав. Не понял, а почему энергию нам сняли? Зачем мне такие помощники, скажите? Может быть, здесь только перец и чеснок? А, скорее всего, так и есть. Жучка утянула у нас вон энергию. Еще одну, слушайте, ну как это? Надеюсь, здесь остался только перчик. Фух. Опять с одной энергией мы заканчиваем этот подуровень. Так, ну а здесь как бы... Чеснок. Блин. Это просто... подстава. Придется переигрывать вообще весь уровень. Вот так вот. Перчик. Снова перчик. Чеснок. Перчик. Чеснок. А энергия-то воруется и воруется. Смотрите. А как же нам так повезло в прошлый раз? Все, смотрите, половина карт открыл, уже одна энергия. Ну вот. Началось. Один проигрыш, дальше другой. Значит, получается, в прошлый раз нам повезло в первом подуровне и не повезло во втором, да? Так, перец, чеснок. Перец, перец. Ага, вот. Этот бонус. У нас осталось всего лишь две энергии. Надеюсь, на карте только чеснок теперь, да? И поменьше этих жучек, которые воруют энергию. Ведь если у нас сейчас еще одну энергию... А, вот добавили одну, да? Ну а как же это, смотрите, ну, вот так нечестно. Вот дела, вот дела. Так, ладно. Так легко я его с первого раза прошел вообще. О, вот, надеюсь, сейчас тоже я его пройду. Сразу повезло. Потому что как-то что-то я на нем застрял. Видите, уже второй... Ну, должны, в принципе, сложные уровни быть, потому что все легко да легко. Фух, все, первый подуровень прошел. А, надеюсь, сейчас тоже повезет. Ага, вот. Перчик. Блин, не повезло. Ну что ж ты сделаешь, а? Вот это, конечно, засада, слушайте. Так у меня сейчас закончатся все жизни. Ну вот сейчас мне опять повезло, в принципе. 6 энергии аж осталось, да? Ого, откуда у меня столько много монет взялось? Смотрите, только я говорил, что почти 10 тысяч, а у меня их уже опять больше 11. В принципе, здесь монетки особо девать так и некуда. Так, 2 энергии, да? Чеснок, перец. Фух, получилось. Все, прошел. Надеюсь, следующие 2 уровня будут не такими сложными. Эх, и в призах ничего хорошего, только монетки. Так, 59 уровень. 10 энергии. И чем порадует нас здесь? Так, тортик, шарик, колбаса, капуста, бомба, шарик. Ну, а что это звезда? Я же так видел, это типа подсказка такая новая, да? Так, капусточка. Тортик. Косточка. Ой. Сыр же вот здесь был. Косточка. О, опять подсказка, видите, классно. И снова подсказка. Ну, в принципе, энергии много, мы и так справились. Но за подсказки спасибо. И 2 бриллиантика. Здорово. А интересно, за них можно будет жизни покупать за бриллианты или как-то так? А, было бы тоже неплохо. А, так, подарок. Горка. Давайте постараемся ее получить. Видим здесь сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 замороженных карт и 8 энергии. То есть очень и очень мало. Так, бомба, сыр. 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 Чеснок. Сыр.
Опять чеснок. Так, бомбочка у нас здесь была. Ой, сыр. Не то сделал. Бомба. Чеснок, сыр. Я что-то опять путаюсь. Бомба, сыр. Наверное, я проиграл, да? Что-то я как-то забыл, где что. А, нет, смотрите, я просто угадал. Я реально не знал, я просто угадал. Опять одна энергия осталась. Этот уровень я прошел. Давайте глянем, что же это такая за интересная горка. Ну-ка. Смотрите, ее можно делать довольно-таки большой. Класс. Так что, друзья, заходите в гости, будете тоже кататься. Где бы ее только поставить, я не знаю. Давайте ее посадим, поставим где-нибудь. Даже не знаю. Нужно как-то нам аквариум подвинуть немного. А, сначала горку надо прилепить. Вот так, машинку можно передвинуть, да? Слоника тоже передвинуть можно. Вот так. И горку поставим. Ой, нет, я хотел на место аквариума горку поставить. Хотя нет, пускай аквариум стоит. Мы горку поставим куда-нибудь вот, вот так, да? А давайте теперь кого-то попробуем покатать. Симка, ты у нас новенькая. Не, не получается. А было бы классно, если бы можно было катать наших героев. Так, давайте попробуем еще раз. Симка, ты с нами не дружишь, я ее взять не могу. Fire. Нет, к сожалению, видите, такой возможности тоже нет. А хотелось бы. Это так. Мысли вслух называется. А, ну что ж, друзья, мы уже прошли с вами 60 уровней. Осталось у нас на ближайшее время 4 обзора. Вот такой диван красивый. Мне хочется увидеть этого робота. Наверное, он клевый. А, ракета тоже. Ну, в общем, как-то вот так. Будем на сегодня с вами прощаться. Если вы ждете эту игру, то напоминаю, 20 числа заходите на наш канал после обеда и увидите ссылочку на скачивание из всех стран мира. Это будет бета-версия тоже для тестирования, не окончательная, но поиграть в нее смогут уже все. Ну а на сегодня буду с вами прощаться. Если вы смотрели наш обзор, он вам понравился, то поддерживайте это видео своими лайками и комментариями. Не забывайте делиться с друзьями. А также подписывайтесь, не пропускайте наши новинки. Очень скоро новые игры про фиксиков, а также другие интересные детские игры на нашем канале. Поэтому оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. Пока-пока, до новых встреч!